Привет, друзья! Электромобиль «Паук Свинкар» по-прежнему остается одним из самых удивительных и необычных транспортных средств. Багги «Свинкар» является электрическим четырехколесным автомобилем со ступичными моторами для каждого колеса и может карабкаться на уступ и преодолевать сложные участки маршрута по бездорожью. Подвеска «Свинкар» абсолютно независимая, она крепится непосредственно к корпусу и может качаться в любую сторону. Благодаря уникальной подвеске, каждое колесо при наезде на препятствие может подниматься выше верхней кромки кузова. В результате машина способна проезжать там, где практически невозможно проехать обычному автомобилю. Новая версия багги «Свинкар» выполнена в двухместной компоновке с тандемными сиденьями. Для задних колес предусмотрен отдельный тормозной рычаг. «Свинкар» — это уже серийная модель и продается по всей Европе. Общая мощность всех четырех двигателей багги составляет 6 кВт. Электрокар не обладает высокой скоростью, всего 30 км в час. В принципе, ему она и не нужна, так как машина в основном используется для пересеченной местности. Благодаря уникальной подвеске, электрокар способен взбираться по склонам свыше 50 градусов, двигаться боком и раздвигать колеса. В Европе его продают как квадроцикл L6EA. Во Франции под своим именем. Цена автомобиля от 14 200 до 17 000 долларов США за тандемную версию. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.